Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики. С вами Елена из города Ярославля. У нас уже 3 названия канала было. Вот завтра или послезавтра у нас сменится канал на название «Дневник городской дачницы». Ну, вот у нас отсюда все ушло, рассада. Надо это все обрабатывать и сыну со снохой пока делать комнатку здесь. Они, может, сюда хотят кроватку и комнату здесь отдыхать? Так, у нас сегодня что? Сегодня второй выходной у нас. Последний. Третий. У нас третий выходной. Так. Надо затенить форточку вот эту вот. И надо вытяжку лишь еще как-нибудь. Ну, это следующий выходной, наверное, да? У нас. Вот эту клетку еще вот надо. Ее разбирать, да? Ну, ее надо собрать обратно потом будет, Олег. Слышь, клетка хорошая. Так. Угу. Так, а ты ее куда хочешь? Беседку. А, точно, да-да. А лампы рабочие не проверил? Они же работали. Пока не так, здесь у нас вот такая вот лодочка еще надо доделывать тут. Это у нас амбар. Отсюда все это уйдет. Сегодня у нас что? У нас вот лучок последний мы пощипали. Я сюда выставила свои тренажеры, видите? Мне мало дачи. Ноги еле ходят, приседали, вставали. Тут, конечно, этот спидометр еще есть, который считает калории и километраж. Мы убрали вот эти произведения велосипеда. Видите, все обгрызаны. Это у нас Дуняша маленькая, когда была дома, грызла. И сиденьку, видите, обгрызла. Так что щенков не подпускайте. Ну что, мы? А? Сегодня гулять вечером пойдем. Вчера мы, конечно, тут посидели, отдохнули. Сегодня опять дела. Сын уехал. Так, что у нас сегодня? План какой? Пока у мужа выходной. Что у нас? У нас разборка. Начинаем разбирать эту сарайку. Олег, а сетку в следующий выходной сразу натянем? Через форточку, наверное. Ты сейчас подожди секундочку, я засниму кроликов еще. У кроликов мы прибрались. У нас здесь все хорошо, чистенько. Видите, как у нас все хорошо. Вот. Надо будет маточник ставить сюда. Маточник у нас станет вот здесь, вот, вот в эту сторону. Закроем. Вроде крольчихи у нас беременные. Вот вторая крольчиха. Это более ручная. Красавица моя. Сено съели, что ли, уже? Они столько сена едят, им бы травки накосить. Едят. Нет, я мы веточки, вот грушу мы спиливали, остатки вот здесь вот они. Я веточки вот эти, которые они начинают листики давать. Сено съели. Надо сетку делать, а то кролики опять друг к другу перебегать. Они у нас туда-сюда перебегали. Сетка вот здесь в сенике большая. Вот они подъедают, туда залезали. Ну, вот так вот прибрались сюда вот эту клетку, которая дома стояла у нас. Сидели здесь. И еще вторую клетку тоже разберем, вынесем, вот сюда поставим ее. Начинаем разборку. Так. Ты пока сюда складывать будешь доски, да? Я буду мусор собирать. А муж будет разбирать. Ну-ка, заснять, что у нас там наверху-то. Это я не вижу. Здесь у нас курицы были. Ну вот. Такой. Пока утренний обзорчик. Здесь у меня, конечно, баррикада. Это чтобы нечаянно собаки все сорвутся, чтобы они мне не потоптали, не сломали розы. Это розы у меня забаррикадированы. Розочки уже начинают. Вот эти листики дают. Вот такие вот. Вот роза тоже. И здесь вот эта розочка у меня, я говорила уже, она у меня отродилась. Слава Богу. Когда она цветет, я ее пересажу ведро. Ну, а сюда что-нибудь посажу. Здесь хватит пока трех роз.
Потом я сюда, наверное, говорю, парково-кустовую посажу, высокую розу. А эти маленькие розы, они невысокие, сантиметров 50 кустики у них. Я их пересажу куда-нибудь, ну, на ту площадку. Или туда там у нас будет беседка, или около беседки где-нибудь. Беседку. Там у нас беседка будет кушать. И зимний, может быть, зимой, мангал, все такое. А там зона отдыха у нас, как я говорила уже. По плану. Здесь зона отдыха будет. Здесь землю будем снимать и застилать покупную землю. Выравнивать. Песком засыпать, гравием песком. И застилать покупные такие, продают листы земли, этим травы. И здесь будут качели стоять. Шезлонг стоять. И там, ну, я, моя мечта — это кресло-качалка. У нас в детстве была у родителей кресло-качалка. Это моя мечта. Очень хорошо посидеть, накрыться пледиком, почитать, поспать, отдохнуть. Здесь зона не для еды, а зона для отдыха. Читать здесь будет Wi-Fi у нас в парнике приделан. У нас есть электричество там, и мы Wi-Fi здесь будет, чтобы можно было в интернете посидеть, книжки почитать. Здесь будет такая зона отдыха, и позагорать. А покушать у нас, вот где Дунька, там, где у нас столы стоят, там у нас будет крытая беседка с мангалом. Потом у меня еще в планах, кроме мангала, этот, как называется-то? Али, как называется-то? Казан. Вот, казан купить. Он, правда, дорогие, но я хочу, я люблю мясо, когда в казане сделано. Оно хорошо, оно не пережаривается, всегда сочное и хорошо приготавливается. Вот. Здесь у нас вольер, мы так и будем делать. Здесь тропинка у нас будет. Здесь у нас площадка. Здесь ничего, вольер вот так вот заканчивается, и они, собаки, туда будут выходить. А беседка где-то у нас сюда-сюда вот так вот будет. Большая квадратная. Это получается так. Раз, два, три, четыре. Где-то 4 на 4 размер. Будет в планах квадратная. Крыша четырехскатная. Внутри круглый стол. А по углам у меня будут свисти эти горшки с виноградом. Виноград я уже, который не укрывается. Я нашла, где его продают. Но, правда, ехать нам надо будет далеко. Почти 400 километров за этим виноградом. Который накрывает вот так вот беседки, накрывает. И там въезд для машин будем тоже его делать, разводить. Вот, чтобы можно было его не укрывать. Он будет стоять у нас по периметрам, по углам розы и виноград. И будет обвивать вот эту беседку. Вот такие у меня планы. Этот год мы полностью будем заниматься только благоустройством нашего участка. Дел, конечно, очень много. За три года мы запустили. Сначала у нас все выкапывали, вплоть до кустов и деревьев, когда забора не было огорожено. Ну, мы потому что брали вот так один участок. Ой, Веста, Веда. А у нас был один участок, который сына, вот этот. Потом нам предложили вот этот участок, 8 соток мы взяли. Получается, у нас был участок, а не огорожен. Из-за того, что все работают в разные смены, сложно было. Хорошо, еще сына, отец приезжали с мамой, нам помогали. Мы сажали, а они строили заборы и все остальное. И вот такой вот. Это у нас уже третий домик. Построены были сначала у сына, он разобрал, себе новый построил, потом у нас еще один был, мы разобрали. Это у нас уже третий вариант такого дачного домика. Веданька, там же никого нету, что ты, мой солнышко, ругаешься. Веда у нас сегодняшнего дня будет находиться уже на улице. Мы ее внутрь заводнить не будем. Мы вот это разбираем, беседку сюда будем, инструменты складывать туда в угол. Пока, потому что у нас пока что некуда будет это убрать. Такая у нас красавица. Да, 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 да. Послушная. Умница, не убегает. Когда ходим гулять. Ну что, думаю, солнце зацепилось. Ты мое солнышко. Не надо гавкать, Веденька. Ну все, спасибо за внимание. Вечером снимем, что у нас получилось с беседкой.